«Поймай меня, если сможешь» – так можно назвать это видео. Парни с высокой лестницы бросают бумажный листок, который пытаются поймать снизу. И основная сложность в том, что лестница длинная, спуститься надо очень быстро. Тем не менее, герои видео с непростой задачей справляются. Красиво, эффектно и на полной скорости. А вот автор этого видео тоже легких путей не ищет. Скорее наоборот, создает сложные пути для обычного теннисного мячика у себя дома. Из игральных карт, карандашей, туалетной бумаги и других подручных средств парень строит целые лабиринты, которые мячик последовательно преодолевает. Занятие не самое полезное, но, безусловно, завораживающее. Не так страшна опрессовка, если ты изобретательный человек, как, например, этот парень, который из пакетов организовал себе уличный душ. Два полиэтиленовых мешка он набрал воды и сделал в них отверстие. В результате смог и голову помыть, и побриться. Вот это действительно полезное изобретение. Дружно берем на заметку. Свидание вслепую – прошлый век, в моде слепые челленджи, как, например, тот, в котором участвует эта девушка. С закрытыми глазами она выбирает себе образ из вещей, которые предлагает ей парень. Получается неплохо и очень даже стильно.